Как отличить съедобные сморчки от ядовитых строчков? Смотрите до конца, и у вас не останется вопросов про весенние грибы. Строчок обыкновенный. Содержит в себе яды герметрины, которые в организме человека гидролизуются до монометилгидрозина, это ракетное топливо. Можно отравиться. Отличительные признаки. Есть ярко выраженная ножка желтовато-красноватого цвета и темная цветовая гамма шляпок. Далее. Строчок гигантский. Более светлая цветовая гамма. Белые ноги, если гриб разрезать, маленькие полости, и гриб такой плотный. Далее, сморчковая шапочка богемская. Одним легким движением шляпка отделяется от ножки, съедобный хороший гриб. И самый ценный гриб весеннего леса, строчок конический. Если разрезать пополам, у вас останется в руках две лодочки. Ножка сращена шляпкой, в США есть день сморчка. В общем, самый крутой гриб. Более подробное видео смотрите на канале, там на 10 минут.